тихом уголке исторической части улицы Пермской работают две группы начинающих художников. Студенты художественного училища и художественной школы «Мечта». Старшая группа – ребята 13-14 лет. У нас летняя четверть, так называемая, и мы выходим на улицу. Мы уже все уголки нашего города, да, постарались изобразить в своих рисунках. Ну, Пермская у нас по программе, мы всегда выходим каждый год на эту улицу. Ну, она красивая, по крайней мере, раньше была, сейчас она стала проезжей частью. Но вот красивые дома старинные, то есть это же все история. На пленэре ребят знакомят с разными техниками. Рисунок карандашом, гуашью, акварелью, а заодно и с историей города. Я сейчас рисую карандашом дом почетного купца Пермского края. Построен в 1917 году, а сейчас это дом администрации Ленинского района. За месяц занятий ребята должны освоить речные, городские и лесные пейзажи, научиться рисовать фрагменты зданий. С собой берут планшеты, краски, воду, карандаши и стулья. Работают с 10 до 14 часов, затем обязательно просмотр и разбор работ в школе. У студентов художественного училища и задачи, и экипировка сложнее. Обязательно с собой все масляные краски, в тубах несколько кистей, их складывают в тяжелых чемоданах-мольбертах. 6 кг, наверное. Примерно. Раскладываем, потом ставим сюда картонку. Нужно очень много всего носить, очень тяжело. Когда мы ходим коллективом, чувствую себя спокойно. Когда одна хожу, иногда некомфортно, потому что люди оглядываются, подходят, спрашивают. Студентки-художницы говорят, не всегда есть время рассказывать прохожим, что они рисуют и зачем. У них другая задача – отобразить меняющийся городской пейзаж масляными красками, а в ветреную погоду – перемены ежеминутные. Я рисую маслом, у нас задача плановости, придания цвета, тона. Немножко некомфортно, потому что нужно таскать много вещей. Нужно быстро очень написать этюд, потому что погода меняется постоянно. Для того, чтобы нарисовать меняющееся небо, отблески солнца и облака, девушка использует небесно-голубой и синий спектральный. Ее педагог говорит, начало работы уже радует. Первокурсники вышли на пленэр первый раз, только учатся работать на природе масляными красками. Нужно правильно построить композицию и закомпоновать рисунок. Видите, такая Богородицкая школа и вот Богородицкая церковь Рождества Богородицы. Очень красивый уголок, действительно такой первозданный, где-то восстановлены местами. Вот им нужно запечатлеть, в общем-то, архитектуру, получается, этого места, ну и состояние природы. По итогам пленэров студенты получат зачеты и оценки.